Центр управления регионом в Реутове – масштабная система, которая направлена на контроль, регулирование, предотвращение и ликвидацию аварий. С помощью ЦУР сотрудники в настоящем времени следят за ситуацией в сфере ЖКХ, энергетики, отрабатывают обращения жителей из системы Добродел и просматривают данные более чем с 1000 камер городского видеонаблюдения. Почти все вопросы горожан решаются в оперативном режиме. Советник губернатора Подмосковья Хатиа Акуджава оценила работу муниципального центра управления регионом в Реутове. По теплосети это наиболее характерная история. Мы и не дожидаемся жалобы. Зачастую жители не успевают жаловаться. Почему? Потому что когда загорается красник, там, с КПшкой или котельной, мы понимаем, что до того, как времени, как остынет теплоноситель, у нас 2 часа есть. Мы заранее отрабатываем эту историю и за 2 часа мы в основном успеваем все включить. Обращения жителей в ЦУР попадают и через другие ресурсы – через личные приемы, социальные сети, электронную почту, единую диспетчерскую службу. Вся информация распределяется на блоки – транспорт и дороги, здравоохранение, образование, социальная защита, экология, строительство, безопасность, нацпроекты и торги, ЖКХ, государственные услуги, СМИ и социальные сети. Например, на портал «Добродел» в 2023 году от реутовчан поступило около 6000 обращений. Большая часть – это вопросы по дворовым территориям округа, а общее количество обращений сократилось на 22%. Это карта разграничения территорий. Если в любом муниципалитете не будет четкой границы, кто за что убирает, мы с вами никогда не найдем баланс содержателя по территории. То ли это добровольно, то ли это принудительно, то ли по муниципальному заданию. У нас весь город был оцифрован и разбит ровно так, как это должно быть. Теперь в 99% случаев все понимают, чья территория, кто обслуживает, МБУшка это или управляшка, или кто, или частник. Весь муниципалитет. Весь. ЦУР – это часть проекта «Умный город», который направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни жителей. По итогам 2022 года Реутов стал одним из лидеров по индексу IQ городов в категории «Большие города».